Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем на живую тему. У нас был большой конкурс, весенний ролик был, где мы выбирали из 5 лучший нож для похода с Алиэкспресса. И так получилось, что выиграло 2 позиции. Ножик мы уже разыграли, а сейчас мы говорим о мультитуле. Мультитул оказался неожиданно хорош. И сегодня о мультитуле расскажет Ольга, мой заместитель и одновременно большой любитель ножей и мультитулов. Большой авторитет для меня в сфере ножевой. Но самое главное, что мы представляем вам не просто мультитул, а когда я его приобрел для розыгрыша, и он пришел, и я на него посмотрел, то я тут же и еще один участник клуба, мы купили себе такие же. И мне вот, я сейчас приеду в город из экспедиции, он меня там ждет, потому что я такой же себе захотел. Сейчас на Алиэкспрессе показалось много интересных, ну, по крайней мере, несколько интересных мультитулов совершенно достойного качества. Значит, ну, как всегда, гиганты нейминга, китайцы назвали его SQT. И если... Ну да, то есть фирмы SQT, а модель у нас называется MQ-21. Я прям всегда рад. И мне сразу, я всегда все это запоминаю, вы видите, я прям сразу помню. Это они молодцы, хорошо понимают все нейминги. У нас с вами имеется офигенный мультитул, который слегка, но не прямо напоминает Лазермен Wave. Wave Plus. Хотя нет, не плюс. Лазермен Wave, который слегка напоминает Лазермен Wave. И я передаю его Оле, чтобы она рассказала об этом очень перспективном устройстве. Очень часто, когда каким-то образом в наших видео появляется мой мультитул Лазермен Wave Plus, появляются комментарии, люди спрашивают, вот, а какая есть альтернатива Лазерману? Ну, потому что цена, скажем прямо, не особо гуманна. 10 тысяч было, да? Ну, если там брать у перекупщиков или БУ, можно там на 6-7 найти, но это надо немножко напрячься. Но все равно, скажем так, это не те деньги, которые большинство людей хотят и могут потратить на инструмент. Хоть и очень полезный. И вот недавно мы нашли на Алиэкспресс инструмент, который создавался... явно вдохновлялся именно Лазерменом Wave Plus. Это не полная копия, за что, в принципе, китайцам спасибо, потому что как-то вот копии полные я не перевариваю. У меня был один нож, именно копия. Ну, в общем, не знаю, как-то. Я от него достаточно быстро избавилась, потому что меня глодала совесть. Просто было как-то неприятно таким пользоваться. Вот я как раз достаю из кармана, собственно, то, чем вдохновлялись создатели этого мультитула. Это мой рабочий инструмент, которым я уже пользуюсь несколько лет, который уже неоднократно меня выручал. Ну и, в принципе, есть что сказать про эти мультитулы. Вот этим инструментом мы... достаточно активно пользовались в экспедиции двухнедельной. Пользовалась не только я, пользовались молодые люди, которые не очень, скажем так, бережно могут относиться к инструменту, особенно к чужому инструменту. Ну и что радостно можно сообщить, что он не пострадал. Удивительно даже. Так, ну если говорить про функционал инструмента, это длинногубцы, это кусачки. Кусачки не съемные. То есть, например, на Лазермане Wave кусачки съемные. Как только вы их убьете, можно скрутить эти вставочки и поставить новые. Это, конечно, плюс. Это продлевает жизнь инструмента. Которые будут стоить, как этот Лазерман, как этот мультитул? Нет, они стоят где-то около 1000 рублей, может, меньше. Сразу маленькое замечание. Есть такой микролюфт. Это, конечно, ничего смертельного, но может быть не очень приятно. Складывается легко. И опять-таки, в отличие от Лазермана, ходит очень свободно. Ну, это кому как удобно. Мне, например, не особо удобно, когда вот так вот ходят, болтаются. Здесь удобнее фиксировать, например, все. Теперь посмотрим, что есть в самих рукоятях.
С одной стороны, у нас есть только держатель для бит. Биты не какие-то с уникальным сечением, как на лазермане, а обычный шестигранник с шариком-держателем. То есть, в принципе, скорее всего, некоторые биты из наборов могут для него подойти. То есть это... От домашней отвертки? Шлицевая отвертка и Philips. Все инструменты также идут с фиксатором. То есть просто так инструмент на руки вам не сложится. Надо нажать вот тут на такую педальку и только потом инструмент складывать. С другой стороны, у нас набор побогаче будет. Это у нас что-то около маникюрных ножниц. Режут хорошо, острые, не заламывают. В принципе, подстричь ногти при надобности можно спокойно, какую-то бумажку порезать тоже. То есть... Хорошая вещь, рабочая. Зачет. Так, следующее. Следующее у нас обычная плоская отвертка. Можно использовать там как просто маленькую монтировочку, что-нибудь там подковырнуть. И открывашка. Ну, собственно, какие к ней могут быть претензии? Никаких. Открывашка же? А, нет. Нет, следующее. Инструмент. Помимо открывашки, сейчас. Тут идет такая микро плоская отвертка. На Зимане тоже есть часовая отвертка, но она выполнена так же, как и съемная бита. Ее можно повернуть на две стороны. С одной стороны Philips, с другой стороны плоская. То есть, ну, немножко поудобнее и посложнее конструкция. Ну и обычный инструмент, которым, наверное, пользуются все больше всего. Открывашка для бутылок и открывашка для банок, совмещенные в одном инструменте. Плюс еще вот здесь для съема обмотки с проводов приспособа. Достаются инструменты легко, не застревают. Для своего лазермана пришлось покупать специальные биты, весьма хитрые, которые еще надо поискать, чтобы его немножко подраскрутить и не ломать постоянно ногти, пытаясь достать инструмент. А, то есть пришлось покупать специальные биты для того... Нет, чтобы... я их купила на Алиэкспрессе там за 50 рублей, но как бы... Ну специальные биты, которыми ты смогла просто немножко ослабить... Да. Потому что это нестандартно. Тут такой проблемы нету, потому что вот этого защитного штырька в середине торакса здесь нету. А на Зермане в каждом тораксе еще есть вот в центре маленький штырек, и под него нужна специальная бита с углублением. Они наверняка как-то называются, ну, не знаю, напишите в комментариях, как они точно называются. Найти, в общем, небольшая проблема, но как бы да. В домашнем наборе не факт, что такие будут. Маленькая хитрожопость. Ну, защита от дурака, чтобы меньше внутрь лазали всякие любители раскрутить, разобрать. Инструменты, которые идут с наружной стороны. Это стропорез. Также его можно открывать одной рукой из-за отверстия. Но отверстие достаточно гладкое, то есть если руки влажные, вот у меня, например, сейчас немного влажные руки, и так легко это не выходит. То есть, и тоже есть стопор. Да, тоже есть, конечно, стопор. Ну, удобнее просто двумя пальцами открываешь, все. На стопор, на лайнер-лок встает. Отжимаем, закрываем. С другой стороны у нас напильник. С одной стороны алмазное напыление, а с другой стороны напильник по металлу. Также может использоваться как пилка с боковой стороны. Так, с другой стороны у нас вполне себе такая небольшая агрессивная пила. Ну, сделать какую-то засечку, отпилить небольшую палочку, запросто, да. Тоже все на фиксаторах. Ну и клинок. Не знаю, у меня получается, что именно лезвие мультитули я использую просто максимально редко. То есть, наверное, самый неиспользуемый инструмент мультитули. Заточка, ну, скажем так, такая себе.
как и на Лазермане, с огроменным уродливым подводом, расширяющимся к кончику. Ну, что поделать. Сразу видно, чем вдохновлялись. Не, ну реально хорошая вещь. Вот теперь я, в принципе, знаю, что говорить людям, когда меня спрашивают, а какая вообще есть альтернатива Лазерману, чтобы мы при этом еще почку не продали. Вот, ну, такой вот мультитульчик с AliExpress. Отличная вещь. Друзья, благодарю я Ольгу за подробный рассказ и сравнение. Мы готовы отдать этот мультитул вам. У нас традиционно проходит розыгрыш. Вы можете оставить заявку. И два условия участия в розыгрыше. Вы наш подписчик. И вы делаете перепост этого ролика у себя на страничке любых соцсетей или форумов, или где угодно. И через неделю мы собираем эти заявки, берем рандомизатор и разыгрываем между участниками этот мультитул. Единственное, сразу скажу, что посылать, учитывая обстоятельства, будем по России. Для меня это чрезвычайно интересное решение. Я вижу, что китайцы за последние годы от этих мультитулов из переходов прошли большой путь. Это действительно очень достойный инструмент. И я буду, видимо, я надеюсь, скоро таким вот владельцем этого инструмента. И буду его использовать, видимо, не только в походах, но и дома, потому что у меня, как у человека не очень организованного, много все время пропадают домашние инструменты из ящика. Поэтому вот такая штука, которая лежит вот под рукой и всегда может всем быть, мне очень подойдет. Вот. Надеюсь, что и вам тоже понравится. Сразу скажу, что их выпускает пара фирм, но, по-моему, это одна фирма, просто под разными брендами. И можно найти чуть-чуть дешевле, чуть-чуть дороже. У нас вот фирма SQT, но я приложу ссылки на разные варианты. Вы посмотрите, где вот сейчас, в то время, когда вы будете смотреть, будет дешевле там, и надо брать. В принципе, это одни и те же изделия. Вот, желаю вам удачи и всем хороших походов, и до встречи в поле. Да. Под роликом вам нужно будет написать, что вы участвуете в конкурсе. И тогда рандомизатор выберет победителя. Так, выключаем.